Друзья, мы находимся с вами на Елеонской горе. Гора, с которой Иисус вознесся, гора, на которую Иисус вернется. Это здесь стояли ученики, ошеломленные, и сказано, облако забирает Христа в виду их, а они говорят Христу, Господи, не в сие ли время восстановляешь царство Израиля? Он говорит, не ваше время знать, времена и сроки, которые Отец положил во власти в своей. И вот он возносится с этой горы и говорит, и сея с вами до скончания века. Это самое большое, самое престижное еврейское кладбище. И по сегодняшний день, если кто-то покупает место себе в Израиле, на Елеонской горе, это здесь. Сколько здесь могил? 150 тысяч. Это кладбище, которое опоясывает Елеонскую гору, и кладбище, которое продолжает развиваться. Почему люди хоронят здесь? Почему люди готовы платить большие средства, чтобы быть похороненными здесь? Дело в том, что гора, на которой мы с вами стоим, она связана и для иудеев, и для христиан с последним временем, с воскресением из мертвых. Об этом мы читаем с вами у пророка Захарии. «Последний день Иерусалим будет окружен войсками, и самый слабый в Иерусалиме будет, как Давид. И в последний день, известный только Господу, сам Господь станет ногами своими на гору, которая на восток от города, и гора раздвоится надвое. Часть отойдет к северу, часть отойдет к югу, и в образовавшейся долине будут течь потоки воды живой, сказано. Часть потока к морю восточному, это Мертвое море, оно здесь у подножия горы, и часть потока к морю западному. Воскресение мертвых будет, и оно начнется отсюда, так говорят верования. И это причина, почему люди хоронят людей здесь. Там, где автобусы можно видеть вдоль дороги, это Кедронская долина, которая отделяет Елеонскую гору от старого города. Так мы видим с вами старый город и храмовая гора с золотым куполом. Там когда-то стоял иудейский храм. В точности на том месте, где сейчас золотой купол, там стоял еврейский храм. И вы знаете, другого места для поклонения не было и не должно было быть. Бог сказал евреям, не на всяком месте будете приносить мне жертвы, а только в том месте, которое я вам укажу. И он указывает на эту гору Мурия. Мы помним, что первый, кто взошел на гору Мурия, был Авраам со своим сыном Исааком. И на этой горе он готов был принести сына в жертву. Но Господь задерживает уже занесенную руку и говорит, остановись, Авраам, не делай это сыну своему Исааку, и я благословлю тебя за то, что ты был послушен. И вот эта гора Мурия, которая освящает еще праотец Авраам, и на ней Соломон построит храм. Тот храм будет разрушен вавилонянами. На месте разрушенного храма Соломона евреи, вернувшиеся из Вавилона, построят второй храм, а царь Ирод его перестроит и сделает его величественным и пышным. И вот уже тот храм будет разрушен римлянами в 70-м году. И на месте того храма сегодня стоит мусульманская святыня. Третья по значению в мире. После Мекки и Медины, вот это вот купол скалы в Иерусалиме на Храмовой горе, это третье по значению место. И сегодня евреи как бы не хотели построить себе храм. Нужно, невозможно, потому что на месте святого святых стоит мусульманская святыня. Мы видим с вами вот этот вот понижающийся рельеф, который заканчивается рвом. Это гиенна огненная. И это была граница Иерусалима южная. Мы можем видеть с вами храм Гроба Господня внутри города. Вот эти два серых купола, большой и маленький. Это туда пришел Иисус, неся крест. Откуда и куда идет Иисус? Давайте мы с вами определимся. Итак, мы видим с вами храмовая гора, где золотой купол. Мы видим с вами посадки деревьев зеленые. И там, где заканчиваются посадки деревьев, там есть здание школы мусульманского квартала. И там была крепость Антония. То есть вот там, где вот заканчивается храмовая гора, и мы видим с вами минарет. И также здание церкви. Все рядышком. Это крепость Антония. Оттуда Христа ведут. Или там, где православная Голгофа, там, где храм Гроба Господня, два серых купола. Или там, где протестантская Голгофа, чтобы вывести за пределы города и предать его смерти. Мы видим с вами кладбище мусульманское у стены старого города. Мы видим с вами, увидим с вами внизу христианское кладбище, и мы находимся над иудейским кладбищем. На Елеонской горе мы видим с вами еще святыни, которые мы с вами посетим.
этот храм, небольшой храм, называется «Слеза Господня», «Доминус флевит», «Господь плакал». О чем Иисус плакал здесь? Мы с вами вспомним там, когда мы сюда придем. И потом ниже храм с золотыми куполами. Это храм Марии Магдалины, так называемая русская Гефсимания. Мы будем с вами проходить мимо территории храма. И там есть участки лестницы римского периода, по которой Иисус спускался с этой горы. Так что событие вербного воскресения, на самом деле пальмового воскресения, развивается именно здесь. И асфальт скользкий. А что он скользкий? Никогда не видел скользкий асфальт. Володя, скользкий асфальт и камни. Там скользко. Босиком прочим. Я могу с компанией машины не Друзья, мы с вами продолжали спуск с Елеонской горы, и мы зашли с вами сюда, в это место, на территорию католического монастыря и церкви, которая называется Доминус Флевит. Господь плакал. Эта церковь, она посвящена тем событиям, которые описываются здесь в Евангелии от Луки. Итак, мы с вами говорим о том, что Иисус приблизился к спуску с горы Елеонской. Все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущего имя Господне, мир на небесах и слава вышних». И также народ, сказано, резали ветви дерев и постилали одежды свои, приветствуют его такими словами: «Осанна, сын Давидов». «Благословен грядущий во имя Господне». «Осанна» с иврита переводится «спаси нас». «Гошиану» – «от кого спаси?» Или «от чего спаси?» «Чего ждут иудеи от Христа?» Они хотят свободы физической от римлян. Римляне правят здесь. Римское правление длится уже порядка 100 лет. С 63 года до нашей эры римляне владеют Иерусалимом, владеют иудеи. И там находится их крепость Антония, там, где храмовая гора, там их крепость, там резиденция римского наместника. Когда туда переходят римские легионеры для того, чтобы в еврейские праздники укрепить римское присутствие, чтобы железной рукой взять ситуацию в свои руки, если что-то будет выходить из-под контроля, они идут через город с римскими штандартами. А на штандартах римских нарисовано что? Дикий кабан, свинья. Для евреев оскорбление невероятное. И они идут через город, они идут через храмовую гору. Эти легионеры, их налоги становятся все более и более тяжелыми. Их отношения грубые и неуважительные. И евреи говорят: когда это все закончится? Когда этому придет конец? Более того, друзья, наступает момент, когда римляне отнимают у Синедриона власть выносить смертный приговор. Синедрион, этот орган еврейского самоуправления, имел власть выносить законы, выносить смертный приговор в том числе, и об этом говорится в Священном Писании, пока он находится на месте, которое изберет Господь. Так сказано. Но римляне удаляют Синедрион с храмовой горы. Вы помните, что Синедрион не имеет права вынести приговор о смерти Христа? Они идут к Понтию Пилату, потому что римляне отняли у Синедриона право выносить смертный приговор, и они удалили Синедрион с храмовой горы. То есть законодатель отошел от чресла Иуды. Помните пророчество про отца Якова? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, пока не придет примиритель и ему покорность народов. И что говорят раввины в те дни? Законодатель отошел от Иуды. А где же примиритель? Где тот, которого ждут все народы? И вот когда Иисус с его чудесами, знамениями, с воскрешением мертвых, ведь он накануне воскресил Лазаря, и вот он появляется на этой горе, и со всей славой, со всей честью он начинает свой спуск в Иерусалим. Люди постилают одежды, машут пальмовыми ветвями и восклицают: «Осанна! Осанна, сын Давидов! Спаси нас, сын Давидов!» Когда Иисус, сказано, приближается к городу, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты, хотя всей день твой узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от твоих глаз, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, стеснят тебя отовсюду, разорят тебя, побьют детей твоих в тебе и не оставят на тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего».
Иисус плачет об Иерусалиме, и Писание говорит, что у нас должны быть такие же чувствования, как во Христе Иисусе. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков камнями, побивающий посланных тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». «Все оставляется вам ваш дом пуст, ибо, сказывая вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне». С вами в непосредственной близости от Гефсиманского сада. Его купола вот виднеется здесь за решеткой. Почему мы с вами здесь? Я хочу вам показать ту находку, редчайшую находку, которая была сделана здесь случайно. Мы, во-первых, с вами видим здесь сюжет. Мы видим с вами сейчас спуск Христа на осле в Иерусалим. И я зачитываю из пророка Захарии 9 глава. «Ликуй от радости, дщерь Сиона! Торжествует щель Иерусалима, се царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом осле сыне подъеремный». Итак, вот оно, пророчество о кротком въезде царя Израилева в Иерусалим. Царь должен был бы попасть в Иерусалим на белой лошади, какой-нибудь триумфальной, в паланкине, с почестями, а он едет на осле. На осле могли ездить раввины, могли ездить простолюдины. И вот в исполнении пророчества Христос говорит, пойдите там в Вифагия, наверху этой горы есть Вифагия, пойдите, приведите осла, скажите, он нужен Господу. Иисус садится на этого осла, и в исполнении этого мессианского пророчества въезжает в Иерусалим на этом осле. Въезжает по дороге римского периода. Эта дорога изображается на древних картах древнего мира. И так дорога поднималась оттуда из-за Иордании на Елеонскую гору, и она опускалась в Кедронскую долину и поднималась в Иерусалим. И здесь отрезок этой дороги, выдолбленные в скале ступени, прямо вот в горе выдалбливаются ступени. И потом то, что мы видим с вами захоронение рядом, это уже византийский период, христианский период Святой Земли, когда люди почитали за честь быть захороненным там, где ступала нога Господа.